15 по 18 августа в Якутске прошел первый Ленский образовательный форум «Открытая школа. Человек. Институт образования». Он получил международный статус, так как проходил под эгидой ЮНЕСКО. Участие в нем приняли более 1000 человек. Это специалисты из Якутии, регионов России и зарубежных стран. Знаменательным событием стали сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером, чемпионом Европы 2016 года Эрнестом Инаркиевым и выставка «Открытая школа. Горизонты Якутии». Она собрала 148 экспонатов из Республики и России, отразила на своих площадках 20 направлений системы образования. Результатами форума стали образовательные инициативы на будущее. Кроме того, по инициативе главы республики в 2018 году планируют провести международные интеллектуальные игры, а также реализовать проект «Международная арктическая школа». В отечественном образовании какие инновационные подходы, инновационные проекты реализуются. Это, в первую очередь, индивидуализация образования. Это использование всех ресурсов, не только системы образования, и других ресурсов, других ведомств, других институтов, чтобы человек мог получить хорошее образование, чтобы быть конкурентоспособным в этом глобальном мире.